Всем привет, друзья, с вами Кенник. У нас вышла межсезонка, нужно ловить рыбу, доставать ключи и получать топовские сундучки. Поэтому я здесь как дурачок уже выловил целый стак. Вот это из стака, это с моим везением, стак именно специальных наживок, речных ракушек, или как они там называются. У нас есть шанс получить топовский ключ, который падает у нас именно в луже, и с мобов. Поэтому с моим везением мне падало только с мобов. Напишите в комментарии, пожалуйста, что у вас упало, где, чего и сколько. И давайте посмотрим, что там за лут. И, конечно же, сольем ключики, какой получится итог. Так, у нас есть, как говорят многие, чертово казино. Первое, это у нас вот такой магазин с секретиками. В секретике вы можете получить все вот это вот, наверное, я сейчас проверим заодно. За вот эти ключи, которые вам падают с мобов. Это обновить можно раз в 24 часа, либо за голду, за 50 голды. В принципе, неплохо. Сейчас все это дело попутно покажу, расскажу. Дальше. Здесь очень интересная штука. Можно закидывать пушки. Можно пожертвовать редкое, очень редкое или легендарное оружие. Сейчас тоже что-то я забыл его взять. Сгоняю, покажу, как, чего, сколько дает. По порядку. Конечно же, у нас есть донаты, я уже как лошара их быстренько слил. Но купим, конечно же, за 300, отправлены на почту. Кстати, они имеют КД, они будут удалены после обновления. И самое важное, если вы его носите с собой в инвентаре, то, соответственно, если вы выловили вот этот ключик, который идет самый топовский, он идет не персональный. Девочки и мальчики, потому что вы кому-нибудь словите ключик, и тот будет очень рад. Я буду в том числе. Поэтому, поехали. Самый классный сундук авантюриста. Реально с хорошим лутом и необычной шапкой. Капюшон призывателя. Когда ваше здоровье падает ниже 15%, вы становитесь невидимым на 3 секунды. И призываете магического двойника на 3 секунды. Двойник наносит 10% вашего урона на перезарядку 60 секунд. Я считаю это прикольно, и скорость атаки еще плюс 5% сверху. Считаю прикольно, никакого анонса не было, что она будет. Вообще приколдос. Все остальное, кроме щита и маунта и руны Логи, ну правда одна хотя бы десятку накинули, это полная ерунда. Здесь может вам, конечно же, упасть сразу печать гнома, которую можно сделать щит гномов. Но у меня вопрос, зачем вот эта хрень, она здесь нужна, гребень? Не знаю, обычно нам разработчики что-то выпуливают, такую интересную вещь, но что-то вот здесь она непонятная для чего. Конечно же, у нас есть полевая мастерская, которую можно скрафтить тот или иной. Или иную пушку. У меня уже, кстати, упало пару печатей. Ладно, let's go, проверим вот этого чувачка с ключами. Так, чувак с ключами у нас просит оружие редкое, очень редкое, либо легендарное. Можно либо броню. В вашем случае я взял с собой еще персональную, но, наверное, сюда нельзя. Да, персональную, короче, можете потратить на находку неперсонального. Итак, за фиол у нас идет... Сколько очков? 20. Ой, я оружие забыл взять. Ладно, почта, выручай. Топор давай возьмем. Есть ли отличие вообще? Нет, отличия никакого нету, поэтому 20-ку вы получите в любом случае. Так, эту рыбу мы удалим. Вот это все, что я наловил, это за 20 раковых отмычек. Ой, боже мой, отмычек. Всегда хочу их назвать отмычками. Наживок, которые можно лутануть и получить вот этот якобы ключ. Но за 20-ку мне ничего не выпало. Самое выгодное, наверное, если у вас дофига фиола, можно просто его посливать либо на такую тему, еще надо сюда, ясно, либо просто то, что не нужно, одну легендарную, реально, она дает 150, независимо от оружия, либо нет. Ну, типа, можно это все переплавить, чтобы получить одну сферу, чтобы выпало легендарное какое-нибудь оружие, которое вам не понадобится, и его слить сюда. Рекомендую это делать каждый час и лутать вот эти ключи. Что меня еще немножко раздражает, это то, что весь лут, который вы поднимаете с сундуков, именно падает вам в инвентарь. Реально как-то не очень. Так, давайте попытаем мою удачу. Опа! Опять эта печать. Да елки-палки, мне уже этих 4 печати, наверное. И опять печать. Нет. Боевой посох гномов, который тоже мне не особо нужен. Ну, он такой прикольный на самом деле. Здесь надо будет есть ради чего включить. Это реально капюшон, то пускай тема. Реально красный огненный элементаль. Ну, может быть, рунолоки и, конечно же, щит гномов. Делаете вы это или нет, решать именно точно вам.
И я хочу попытать свою рулетку. Казино. Let's go. Поехали. Опа. А что это такое? А, это выкупить? Пошли вы в баню, блин. Вы чё? Развей за 17. А где вот эти штуки падают? Магическая руда. Можно шанс получить во время добычи железной. О, да, конечно. Ну, типа, надо рубить, да? Ради развейки. Одно еще, тем более. Здесь это что? Механизм рулеток гномов? Стоп, подождите. Да здесь нету его такого. Бля, ну что за фуфел? Еще десятка, либо 35 голды. О, ради щита можно попотеть. Давайте все, у меня все, наверное, на все хватит. Ну, тут же нету этих деталей. Да нафига они тут нужны? Фи, уха. Ну, ради одной, ладно, может. О, ключ 200 стоит. Нифига себе. А мы, знаете, как сделаем? Мы сделаем вот так его. Купим за 100 голды. Ярость. Она улучшенная? Да, она улучшенная, наверное. И последний ключ. О, балас. Ну, короче, либо вот это. Я бы взял, конечно. Вот это недорого, вот это и вот это. Все. Ну, какой-то пахнет какой-то разводилом, потому что здесь частей нету. А, и последний ключик, да? Ключик, ключик, ключик. Давай, покажи мне шапочку призывателя. Нету места в инвентаре. Теперь есть. Поехали. Блин, да елки-палки, боевой посох опять гномов. Ладно, пишите свою удачу, потому что она у меня неудачливая. С вами был Кенни, как всегда. Давайте поактивничаем немножко на локациях, подеремся за ключи. Пока-пока, до новых видосов. Чао-какао.